Всем привет, с вами Зяблик, и мы продолжаем играть на карте For Chunk Survival. Так, ну, по техническим причинам я не мог записывать, но немножечко совсем поиграл. Я довел до ума свою ферму. Лиан, теперь у меня тут вообще хорошо растут лианы. Ну и на доме тоже так, мне ферма лиан. У меня есть овцы, как вы уже слышите. Точнее, я лучше сейчас вот так вот сделаем. У меня есть ферма пшеницы. У меня есть овцы. Как раз сейчас я пойду займусь фермой пшеницы. Там даже мне несколько пшеничек созрело. Так. И подстрижем овечек. Так, сначала мы займемся пшеницей. Вот. 16, опять 15. Ах, ну я думаю, мне можно уже побольше сделать овечек. Двинься. Давайте так. Так, все, теперь я вас остригаю. Ух ты, сколько шерсти, 5 штук. Довольно неплохо. Так, что я еще хотел сделать? А, нужно ее там освещение будет поставить. Вот я, блин, не ходил в шахту. Даже уголь не добыл. Так, 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 мне земля нужна еще сейчас будет. Палки. Доски и булыжник. Ой, блин. Это я на другой карте играл. И забыл убрать смирно. Извиняюсь, конечно. Но только сейчас вот. Я обновил, конечно, Майнкрафт, да. И, как вы уже могли заметить, что у меня нет скина. У меня некоторые сейчас проблемы. С... То, что я не могу зайти с пиратской. У меня проблемы с Джавой. Так, ладно, не парьтесь. Я сделал себе топор еще. Там вон деревья, как я вижу, уже выросли. Так, уголь, палочки. Все. Ой. Что тут свет даже не поставил. Забыл. Любят же они жрать эту траву, тоннами жрут. Так, все, пускай тут трава протянется. Соберем лианы. Главное не упасть вниз просто. Мне сейчас сюда. А, ну и давайте еще сразу же эти собьем. Так вот. Сделаю, чтобы они на самом верху только росли. Ой, два раза нажал. Блин. 9, 8 лиан. Так, в сундуке, мне кажется, еще. Блин. Мне кажется, в сундуке еще лианы были. Да, не было. Так, листва. Так, я вообще хотел сделать кое-что там. Ну, как бы я там домик же себе делаю внизу. Так. Закинем-ка эти досочки. Пускай пока горит. Так. Ой, что-то подлагал. Зачем сюда спустился? Я же хотел сделать что-то, я вообще отвлекся как-то. Черт, одной не хватает. Точнее, я лучше еще сделаю. Побольше. Больше, побольше, побольше. Вот 28. Досок хватит, думаю. 4. Давайте еще сделаем. Вот 6 штучек, думаю, хватит. О. Еще 3 как раз осталось. Сюда поставим их. Нет. Будет слишком низкий потолок.
трава у них быстро кончается. Двинься, ты, корова. Ой, овца, корова. Двинься. Эх, блин, надо было два выхода делать. Эх. Так. Мне нужна немножечко земли. Тут у меня были лесенки. Еще люки. Ай, я упал. Я еще могу крафтить. Немножко странно. Вот, все. Сейчас мы тут сделаем еще один выход для меня. Не для овечек, не для вас. Выход. Тут еще сделаем один. Кто не мешает сюда поставить лестницу? Овечка. Сидите там. Я ему освещение там поставил, да. В какой-то яме прям сидят. Овечки эти. Ну я им потом нормальный загон сделаю. Чтобы они смогли... Эх, нормально. Находиться там. Так. Что у меня тут еще есть? У меня тут ничего ровным счетом нет. Мне нужно отправляться копать. Мне нужно отправляться копать. Ладно, это все. Берем с собой яблочко. Поедим на дорожку. Все. Так, думаю, этого мне хватит. А. Где уголь? Блин, где уголь? Ё-моё. Ай. Пойду рубить деревья. Еще темнеет. Да. Нарубить дров. Как я и сказал, что я обновил Майнкрафт. Не, это не версия 1.3.1. Я все еще играю на 1.2.5. Я думаю, возможно, я перейду на 1.3.1. Снимать буду. Проходить только, потому что она уже довольно давно вышла. Не так давно. Дождь пошел. Снежок мне в Майнкрафте довольно нравится. Прикольная анимация. Так, ну все, думаю, этого мне хватит на уголь. Да. Собрался в шахт. Ладно, давайте поспим пока. Надеюсь, я сейчас не окажусь где-нибудь там наверху. Это будет довольно плохо. Так, все, нормально. Проснулся. Думаю... О, точно, я же забыл ферму тыквы сделать. Ладно, этим потом займемся. Так, наша сейчас главная цель... Блин, вот я нуб. У меня ж факела были, ё-моё. Я ж факела на уголь весь потратил. Так, возьмем с собой верстак. Верстак нам может пригодиться. Стоп. Сюда. Стоп, надо инструменты сделать. Хотя, я, если взял верстак, не могу их там буду сделать. Это буду все на ходу делать. Все, так, копаем дальше. Сейчас блоки на 47-м. Не так, что и долго копать. Надо будет тут нормальную лестницу потом сделать.
Надеюсь, я найду себе уголь или железо еще. Потому что уголь я вообще не находил, я только древесный делал. Интересно. А он точно знает, что тут есть алмазы. Все остальное. Оба. Пещера. Так в нужном месте ты начал копать. А? А, вот и уголь. Сэк. Так, сколько у нас... сколько у нас уже угля тут? 11 угля. Нормально. Сойдет. Сойдет. Так. Еще нужно... Будем копать такую шахту вниз. Блин, тут пещеры, они не могут быть большие. О, железо. Как-то мне повезло, я такое место прям выбрал. Тут сам ресурсы распихивал. Интересно, тут сам ресурсы распихивал или сгенерировано было? Потому что я вижу, он просто... С помощью, ну я не знаю, может с помощью World Edit, ну или World Guard, я не различаю их. Короче, с помощью этот плагина, ну или мода Single Player Commands. Он мог это такое сделать, такие ямы. Какой блок? 31-й. Довольно глубоко, я уже прокопался. Так, надеюсь, меня будет слышно. О, мы где? Мы уже прокопались куда? Ой. Ой-ой-ой. Интересно, что он данжен сделал. Создатель карты. Ну, какими-то... подземелье или чанг слизни еще было бы прикольно бы найти, конечно. Ну или чтобы он сделал этот чанг слизни. Так, у меня сломалась кирочка. Но у меня есть железо. Ой, железо. У меня есть еще на кирочку. И еще на кирочку, вот. Да не зря я тут начал копать, потому что я нашел тут довольно много угля. Так что мне нужно еще тут. Где-то вообще еще должен быть, значит, портал в край находиться. Где-то. Только вот нужно узнать, где он находится, портал в край. Ну, это там, где дракон Эндермен находится. Эндер дракон, еще можно его назвать. Так, 18, 17, 16, 15 блок. И мы сейчас находимся на 15-м. Блин. Что-то я упал куда-то. Интересно, нужно будет потом посчитать пиксели. Сколько пикселей у этого каменного блока. Но они тут как бы... Ну да, тут можно посчитать по пикселям. О, редстоун. Так вот, блин, вот я дурак. Дурак, дураком. Я слышу лаву. Только что услышал бульканье лавы. Так, бедрок. Странно. Так, бедрок еще вниз уходит. Ну там уже все, конец карты. Так, теперь мы можем копать в сторону куда-нибудь. Главное не наткнуться на лаву, которую я слышу. Потому что это будет довольно плохо. Если мы наткнемся на лаву, мы можем тут просто умереть. Ну или нарвемся на какого-нибудь крипера, который захочет нас взорвать.
жестоко. Или нарвемся наконец карты. Да. Охо, блин, я только что. The fuck? Я только что, блин, я нарушил правила карты. Нельзя так подсматривать, как я сейчас сделал. Ну тогда бы сделал бы стенку. Блин, алмазы. Алмазики. Так, ну теперь мне нужно будет отсюда нормальный спуск сделать, как я понимаю. 4 алмаза. Нормально. Слушай, мне прям хочется прямо сейчас их добыть, так что я тут сделаю себе такой опорочный пункт. Вот она, лава. Вот она. Увидел тебя. Ох, фу. Ладно, где бы мне сделать его? Ну, я думаю, вот тут сделаю. Ага, у меня есть еще запасная. Так, сделаем печку. Она летает. Магия. Летающая печка. Так. Сейчас у нас поплавится железо. Ну, там я видел еще спавнер. Данжен. Еще алмазы. Охо. Что уже думаю, что это он начал класть алмазы. Ну, ладно, класть. Это, блин, точно не знаю, как правильно. Извиняюсь. Еще алмазы. Дофига алмазов. Я не помню, блин, какие там достижения. Нужно будет почитать их. Ой, что-то слишком... Так нужно сделать. Хотя можно вот так прокопать. Вот такой вот у нас будет. Такой высокий потолок. Ага, там лава. Пещерка какая-то. Ой, чуть не упал. Он все, сейчас упаду, капец будет. Капец. Просто смерть, если б я бы упал. Там уже б не выжить. Ух. Много тут лавы. Довольно много. Ого. Все за одну серию, да? Ну, хотя если считать, что одна серия примерно 30-40. Окей, лава там. А вот и портал. Мое любопытство помогло мне. Ну, и моя шахта тоже. Так, ну я думаю, что мне сделать? Типа, офигеть, как он его запрятал. Я бы не додумался бы. Ну, что? Я бы мог бы так запрятать, но я бы не додумался бы, что тут именно находится портал. Вот он, портал. О! Туда прыгнуть может? Ну нафиг, а? Что, я не хочу туда прыгать. Что-то уже расхотелось. Ходить туда. Так. Сделаем тут лесенку. И сундучок. У нас дерево заканчивается сильно. У нас будут храниться все наши алмазы. Всё. Даже буду смотреть, какие я ачивки выполнил. Добыл алмазы там. Ну, вроде там есть такой... вроде там есть такой ачивмент. Добыть алмазы. Точно не помню сколько, но есть. Сейчас еще немножечко покопаем.
Вроде там нужно сделать алмазную бронь, да? Ну, нужно будет посмотреть. Ладно, покопаем железный. Ой, зачаровательный стол обязательно еще сделаем. И там он, кажется, в достижениях тоже должен быть. Должен сделать зачаровательный стол. Поймал. 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 Не поймал. Черт. Ну, 9 алмазов тоже нормально. Так, ну все-таки, блин, я хочу туда. Я хочу туда. Нет, я не хочу в портал, я хочу пройти дальше, посмотреть, что там есть. Если тут сломать, что у нас будет тут? Но портал уже активированный, так что можно туда просто прыгнуть и начать путешествие в край. Короче, я убираю это всю лаву. Она мне просто не нужна. Я тут сейчас очищу портал в край. Но я не пойду дракона убивать, потому что я просто его не убью. Стоп, мне понадобится стекло. Сейчас увидите для чего. Так, блин, опасно подниматься. Сейчас же ночь. Ладно. Ради алмазов поднимемся. Ой! Ух, я испугался. Ё-моё. Ай. 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 Как я испугался. Давно я в Майнкрафт не играл, блин. У меня был перерыв от Майнкрафта, и я не знаю, сколько я не играл. Ну-ка, я смогу? Блин, не смогу. Ну ладно, подождем немножечко. Все, немножечко прошло это. Я думал, дольше ждать будем. Так, ладно. Я думаю, сделаю себе хлебушек, поем. Ой-ой-ой. Подлагиваю. Подлагивает. Все. Так. Ну-ка не лагать. Так, нужно выложить еще булыжник сюда. И мне нужно обязательно сейчас нарубить дерево. Ох, блин. Неудобно так играть. Офигеть лаги. Офигеть. Тут лагает. Из-за чего? Что у нас? Что Фрапс вытворяет? Если вот так вот сделаем. Так. Так, что мне еще можно выложить? А, нет, я же хотел сейчас переплавить песок. И вы сейчас увидите для чего. Так, пока песок переплавляется, я пойду рубить деревья и делать себе лесенки. Мне нужно примерно 60 лесенок. Если не больше. Так. Давайте посмотрим, сколько мне нужно лесенок. А, 60. Ну, 60 лесенок, да. Как я уже и сказал. Блин, да что ж. 21. 21 лесенка. Так,
еще лесенка сейчас будет. Точнее, целых три. 33 лесенки. А надо больше. Намного больше. Так, вот так сделаем. Ростки подберем, обратно посадим. Сюда вот. Нет, сюда. На всякий случай еще мост освещу. То еще оттуда придут. А хотя там все светит. Так. Срубим-ка елочку. Делаем еще палочки. А ну вроде должно хватить. Да, так быстрее намного делать. 60. Так, пойду нарублю дерево и буду спускаться уже. Думаю, стекло у меня доделается скоро. Насколько скоро, я не знаю. Посадим тебя сюда. Прямо сюда посадим, надеюсь, ты вырастешь. Так. Мы уже собрали. Да. Как видите. Забыл я поставить в скайпе не беспокоить. Просто я снимаю сейчас утром, я не думал, что мне кто-нибудь позвонит. Так. Ой, что, блин. С настроек скайпа. Вот, все. Так, у меня 5 сердец. Я думаю, что мне нужно поесть. Так вот, есть у меня нечего, ровным счетом. Так что у меня один вариант. Суицид. Просто больше не знаю, что мне сейчас делать. Так что я сделаю сейчас отдельный сундучок, в который сейчас все сложу. Все, что мне сейчас нужно, будет стоять тут. Пшеница не нужна мне, и это тоже мне не надо. Все нужно. Так, еще мне тут нужно. Хотя зачем? Хотя ладно, сделаем сейчас кровать еще себе. Странно, почему? Что за фигня? Смотрите, 32 угля. И было 32 угля. Странно. Что за фигня? Что у меня за печка такая? Ну-ка, посмотрим. О, я 24 штуки потратил. Странно, странно. Ладно. Прыгаем. Уи! Ой, не получилось. Уи! Ой, посмотрим, смотрим, 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 смотрим. Железо там что-то было. Так. Мы дома, все спокойно. Берем себе кирки, все остальное. А. Точно, я же что хотел еще взять, так это уголь. 31. А, ну да, все правильно. Просто, я думаю, что, тут угля так много. Все нормально. Так, хлебушек возьмем сюда, это сюда, это сюда, это сюда, да-да-да, сюда, это сюда. Сюда, это сюда, да-да, все, сюда, сюда. Все, выйдем отсюда. Так. Мне предстоит долгое копание.
Ой-ой-ой, вот я плохо сделал. Ой, поймал. Он хотел смотреть не так, что и далеко это находится. Не так, что и далеко. Ну, как бы всего лишь 60 блоков вниз копать. Раньше нужно было дольше копать. Я помню. Ой. Еще тут. Лестники сами появляются. Ой, ё-моё. Я летаю. Так вот будем ставить это, чтобы видеть. Сейчас. Ну, почти докопались. Интересно, если я отсюда спрыгну, я умру. Лучше проверять не буду. Так, 18. 14. Должно хватить. Что-то как-то ни одного монстра не увидел. Стоит на легкой. Если она норму поставлю, сильно ничего не изменится. Странно. Так, ладно, займемся порталом. Сейчас наша самая главная цель будет. Обустройство портала в край. Для удобного использования. Тут поставим так вот. Сам портал начинается. Поставим вот так вот. Тут же вроде лава в один блок, да? А, не, фиг. Она не в один блок. Так, еще портал. Так, у нас глазики. Глазики. Так. Смотрим границы портала. Что он вот так вот идет, да? Вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, вот он и весь портал. А я видел там где-то эндерняк еще. Да я копался. Я не знаю, сколько я ачивментов выполнил, но довольно много за одну серию. Честно, стекло может сломаться от лавы, а то если оно сломается, я упаду в край, то меня ждет неизбежная смерть. Так, пойдем туда. Там, возможно, что-нибудь еще интересное есть. Нет, тут у нас край карты и тупик. И ночь. Так, не зря все-таки взял себе. Подглянем. Все. Ладно, лучше отойдем от него. То еще затянет в себя и выбраться не сможем. Ну, конечно, такого не произойдет, но все равно. Лучше не рисковать. Ё-моё! Блин, хотел себе комнатку обустроить, тут лава сразу же. Смотрите, какая вот наглая. Ой-о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 й. Ой, я придумал. Будет освещение мне тут. А тут я буду спать. Оба. И что же сейчас произойдет? Я встать хочу побыстрее. Фух, я думал, я сейчас
тут окажусь, и все, и капец мне будет. И умру я. Так как-то тут странно все расположено. Да, она глубокая. Точно. Теперь мы будем проверять стеклом, насколько глубокая лава. Блин, намного глубокая, я даже достать до дна не могу. Так. Так, тут все можно дальше не копать, но я где-то видел точно эндерняк. Что? Блин, железная кирка сломалась. Но мне интересно, где я этот видел эндерняк. Стоп, я придумал. Мы сейчас пойдем штурмовать данжен. Но точно не уверен, что подглядывать нельзя. Стоп, так день. Так там же никто не появится. Ага. Стоп, если у меня сейчас тут плагин стоит. Ой. Мод. Ой, какой. Вау. А, золотое яблоко, если я сейчас обновлю, то это будет просто супер яблоко. Типа его осветим. Да. У меня стоит этот мод. Надо будет его удалить. Я просто... один друг скинул этот клиент, и... Тут у него вот этот мод стоит. Пластинка. Еще. Пластинки, пластинки. Еда. Пластинки. Редстоун. Так, все. Мы нашли данжен. Так, что у нас еще тут есть? Ё-моё! Ё-моё. Блин. Я совсем не ожидал такого завершения серии. И, пожалуйста, блин. Ну, я думаю, я верну свои вещи. Но, блин, ну так вот просто... Да, ачивменты не выполнил. И, короче, извиняюсь, конечно, но я верну свои вещи, все, что у меня было. Оцелотик! Оцелотик. Оцелотик. Иду оцелотика. Вы тоже это видите. Давайте, чтобы оцелотик был счастливым, мы вернем все свои вещи, которые у нас были. И, ну, это просто вообще печально. Он маленький. Стой! Стой, оцелотик. Не прыгай. У меня оцелоты что-то прыгают вот тут. Я уже два оцелота так вот появились у меня, и они спрыгнули куда-то. Ну ладно. Я прям чисто вернул свои вещи, которые у меня были. Вот мне нужно будет установить too many items себе на клиент, чтобы вернуть все свои вещи. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. И не надо говорить, что я читер. Да, спасибо. Просто мне хочется вернуть свои вещи. Вот. Надо же было так мне умереть. О, вот большой целот. Стой, стой. Нет! Он тоже прыгнул. Бедный целот. Ну, прям как я. Но я тоже прыгнул. Но я упал вообще, просто отступил. Это что такое? Так, давайте проверим. Это что такое? Нет. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Не обижайтесь на меня, что я, ну, себе вещи свои все верну. Да, всем пока.